Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Соглашение о прекращении огня в Сирии на грани срыва. Бразилия получила олимпийский огонь. Камень поможет разгадать тайны этруссков. Каковы модные свадебные тенденции 2017? Переговоры по Сирии находятся на грани срыва. Причина в постоянном нарушении соглашения о прекращении огня сторонами конфликта. ООН призывает страны-посредники вмешаться. Специальный посланник ООН по Сирии говорит, что соглашение о прекращении огня на грани срыва и его необходимо спасать. После брифинга в Совете Безопасности ООН Стаффан де Мистура выступил перед журналистами в Женеве. Нам необходимо добиться того, чтобы режим прекращения насилия был спасен, чтобы он был спасен от полного срыва. Он все еще в силе, во многих районах он все еще действует, но он под большой угрозой. Он все еще жив, но эта жизнь еле теплится. Свое заявление де Мистура сделал после окончания третьего раунда мирных переговоров по Сирии, которые также находятся под угрозой провала. Режим прекращения огня, принятый при содействии России и США, действует в Сирии с февраля. Но в этот период его неоднократно нарушали. В последнее время бои усилились. В знак протеста главная оппозиционная группа Сирии, поддерживаемая Саудовской Аравией, на прошлой неделе временно приостановила свое участие в переговорах. Следующий раунд переговоров состоится, поскольку нам нельзя упустить момент. Но давайте говорить открыто. Они будут иметь смысл только в том случае, если режим прекращения огня будет на том же уровне, на котором он был в феврале и марте. Де Мистура также привел удручающую статистику. Он сказал, что за последние два дня в среднем один сириец получал ранение каждые 13 минут и каждую четверть часа один погибал. Греция торжественно передала олимпийский огонь Бразилии. Уже через несколько месяцев страна будет принимать летние игры 2016. Они станут первыми для Латинской Америки. Торжественная передача олимпийского огня Бразилии состоялась на знаменитом стадионе Панатинаикос в Афинах. Он единственный в мире сделан из белого мрамора. Церемония началась с прибытия почетного караула эвзонов. Затем олимпийский огонь доставили из музея Акрополя на стадион и пламя передали бразильской делегации. В церемонии участвовали президент Греции, глава оргкомитета Рио-2016 и президент греческого национального олимпийского комитета. Сегодня, когда осталось 100 дней до церемонии открытия игр в Рио, у нас великий день. Наша эстафета заканчивается. Мы передали огонь нашим бразильским друзьям, пожелав им успехов в Олимпийских играх. После передачи факела от огня были зажжены лампады. Они прибудут в Бразилию 3 мая, после чего начнется бразильская часть эстафеты. Олимпийский огонь по разным городам страны пронесут 12 тысяч факелоносцев. Затем пламя доставят в Рио-де-Жанейро. А тем временем в столице летних игр 2016 также отмечают знаковый рубеж в 100 дней, отделяющий Бразилию от начала Олимпиады. В честь этого события изменилась обычная белая подсветка статуи Христа Искупителя на горе Карковаду. Теперь она окрашена в зеленый и желтый цвета национального флага Бразилии. Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа. Олимпийские объекты почти готовы. Однако страна переживает политический кризис. Президенту Дилме Русеф грозит импичмент из-за подозрений в коррупции. Кроме того, не решены экологические проблемы. Воды залива Гуанабара, где пройдут соревнования по плаванию, гребле и триатлону, загрязнены до сих пор. По данным оргкомитета Рио-2016, к настоящему времени продано 60% билетов на олимпийские состязания. Сложностей добавила и эпидемия лихорадки Зика, охватившая страну. Ученые полагают, что вирус может быть причиной развития микроцефалии у детей. В связи с распространением вируса Южная Корея представила не совсем стандартную для своих спортсменов форму. Несмотря на жаркий климат, южнокорейские спортсмены будут надевать на играх костюмы, которые полностью закрывают руки и ноги.
25 апреля во многих городах мира вспоминали самую масштабную мирную акцию протеста в истории современного Китая. Считается, что она стала поводом для развязывания репрессий против многомиллионной группы приверженцев духовной практики фалуньгун. Красочный парад с участием оркестра проходит по китайскому кварталу Флашинг в Нью-Йорке. Танцующие львы, дракон, небесные феи. Все эти люди призывают остановить репрессии, продолжающиеся в Китае последние 17 лет. Мероприятие приурочено к знаковому событию, которое произошло в Пекине 25 апреля 1999 года. Тогда 10 тысяч приверженцев духовной практики фалуньгун приняли участие в мирном обращении к властям. Это событие вошло в историю как самая масштабная мирная акция протеста в современном Китае. 17 лет назад люди собрались у бюро обращений центрального правительства. Они попросили власти пресечь распространение неправдивой и негативной информации о фалуньгун и аресты практикующих. В тот день премьер-министр Китая Чжу Чжунцзы, встретившись с представителями протестующих, пообещал, что вопрос будет решен. Мероприятие завершилось мирно, люди разъехались по домам. Однако спустя всего 3 месяца прежний глава компартии Цзян Цземинь развязал репрессии против фалуньгун по всей стране. Причиной послужил страх лидера утратить контроль над массами, ведь согласно опросам властей Китая, в 1999 году приверженцев фалуньгун в стране насчитывалось почти 100 миллионов. В Москве в годовщину 25 апреля проводят акцию китайского посольства. Местные практикующие фалуньгун выполняют упражнения, а также приглашают прохожих подписать петицию в ООН с призывом остановить убийство их единомышленников в Китае. Этот человек развязал огромную кампанию по убийству на сегодняшний день огромного количества добрых людей. И любой человек, у которого есть хотя бы капли доброты, я думаю, что поймет и подпишет. Та беда, которая происходит в Китае, она, конечно, нам не чужда. И мне бы не хотелось, чтобы и в дальнейшем эти репрессии продолжались или тем более распространялись куда-то за пределы Китая. По данным независимых расследований, в Китае практикующих не только отправляют в незаконное заключение. В военных госпиталях страны у этих узников совести также насильственно извлекают органы для использования в трансплантации. В последний год в Китае и других странах нарастает волна подачи судебных исков на бывшего главу компартии Цзян Цземиня, человека, который инициировал эти репрессии. На сегодняшний день с заявлениями и исками уже обратилось более 200 тысяч человек. Бывшего генсека обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности. При раскопках древнего храма итальянские археологи обнаружили уникальный камень. Они надеются, что символы, вырезанные на нем, помогут раскрыть тайны цивилизации этруссков. Эта каменная глыба – клад для археологов. Недавно ее обнаружили при раскопках древнего храма во Флоренции. Ученые уверены, вырезанные на камне символы принадлежат цивилизации этруссков. Она считается одной из самых ранних для Италии, а также одной из самых загадочных – для археологов всего мира. Своего расцвета этрусски достигли около 2500 лет назад. Их язык и культура исчезли с приходом Римской империи. Народ оставил после себя богатые гробницы, керамику и статуи. Однако до сих пор мало что известно о бытии этрусков. Почти все рукописные тексты в тот период делали на холстах или воске, поэтому до наших дней они не сохранились. Неудивительно, что камень с более чем сотней символов стал настоящей сенсацией. Это очень важная находка. Это плита с длинными этрусскими надписями, символами и буквами, знаками пунктуации. Их очень много, более 100. Их число может увеличиться, поскольку очистка камня еще не завершена. Символы еще предстоит расшифровать. Предполагается, что камень стоял вертикально, но как его использовали, пока остается загадкой. Нам не хватает рукописных текстов. Все, что мы находили, было погребальными эпитафиями, надписями в гробницах. Там использовали одинаковые слова. В основном текст повторяется. Вот почему этот камень дарит нам новую надежду. Ученые считают, что римляне позаимствовали у этруссков технологию арочных сводов, а также бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды.
Знаменитый верхолаз Ален Робер взобрался на самое высокое здание Казахстана. Это первое восхождение Человека-паука в Средней Азии. Французский Человек-паук Ален Робер наконец-то добрался до небоскребов Центральной Азии. Я очень ценю то, что меня пригласили в Казахстан. Тут все очень приветливые. Мне очень понравилась природа. Прямо из отеля видны прекрасные горы. Робер взобрался на самое высокое здание Алматы под названием Эсентай Тауэр. Его высота более 160 метров. Не помешала и пасмурная ветреная погода. Обычно Робер не использует страховку, организовывает свои восхождения спонтанно, и наверху его встречает полиция. Но на этот раз все не так. Здесь он по приглашению казахской стороны, и организаторы настояли на использовании страховочного снаряжения. Внизу же собралось около 2000 зрителей. Чтобы взобраться на здание, Человеку-пауку потребовался 1 час 7 минут. 53-летний рекордсмен книги Гиннесса покорил уже более 70 самых знаковых небоскребов по всему миру, включая высочайшее здание планеты – башню Бурдж-Халифа в Дубае, высотой 828 метров. То восхождение было совершено в 2011 году и заняло более 6 часов. Взбирался Робер и на здание МГУ в Москве. Каковы модные свадебные тенденции 2017 года? Три влиятельных в этой сфере дизайнера показали свои творения самых модных размеров, форм и стилей. От сказочной принцессы до суперзвезды в блестках. Влиятельные дизайнеры в сфере свадебной моды показали, какой видят невесту 2017 года. Среди модельеров Моник Люлье. Она говорит, сегодня главная задача дизайнеров – представить максимальное количество разных вариантов свадебных платьев. Для меня комбинезоны – прекрасный вариант. Короткие платья – прекрасный вариант. Мне также нравятся отстегивающиеся юбки на платьях, благодаря которым можно преобразить наряд в течение одного вечера, не переодеваясь. Мне также нравится работать с вручную окрашенными деталями, со слоями, кружевами. Декорациями для показа этой коллекции стал парк. Цвет платьев от фисташкового до карамельного и кремового. Многие украшены асимметричными слоями тюля с ручной цветочной росписью или шелковой органзой. Почти все с длинными кружевными шлейфами и прозрачными юбками. Некоторые с корсетами, которые сочетаются с каскадными юбками из тюля. А это коллекция ливанского дизайнера Рим Акры. Она сама называет ее очень воздушной и легкой. В этой коллекции вы увидите много новинок. Большие вырезы на спине с кружевом, длинные шлейфы, снимающиеся заменяемые элементы. Невеста от Акры в блестках, кружеве, иногда с рельефным корсетом, а иногда с особенно длинным шлейфом, который в некоторых случаях отстегивается и может быть использован как объемная фата. А Инес де Санта черпала вдохновение в весне и пробуждении природы. Коллекция мягкая, романтическая и легкая. Она наполнена слоями кружева, прекрасным сверкающим кружевом. Во многих нарядах основа телесного цвета, которая позволяет выделить кружевной рисунок и сделать линию горловины почти невидимой. Некоторые платья дополнены болеро, а некоторые съемными юбками, которые позволяют преобразиться для разных этапов свадебных торжеств. Еще часть нарядов нежных цветочных оттенков с принтом, дополненная оригинальными шляпками в виде ярких цветов. Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.